Мы снова с Данилкой продолжаем по магазинам. Он уже нарядную рубаху магазин снял. Storage, Russians и магазин. Уже одел свою старую футболку. Все. Магазин, да. Пошли в магазин. Старался как мог. Короче, what we gonna buy? Это наша пила. А это цепь для пилы. Chain. Старая уже цепь, нам нужно новую. Вот он наш Лоос, который рядом с домом. Огромный магазин. Вон какие красивые печечки с углями. Ну, конечно, надо бежать за Данилкой, а то потеряю. Вот они, заменители. $37. Because of the together with the things, yeah? Yeah, well, that's what we need. It's right here. Я думала, одна цепь. Три. What you say? This is... $36. $36, если одну цепь. А если новую пилу брать, вот они пилы. Да, 74. Look like we have. $74. А, он платил 50. Probably like that. No, that's a 14 entry. That's a small engine. А, oh, you have like that? Ну, не знаю. No, we spent 30 for the bar. А, эти... That's chainsaw. That's gas. Это на газ. Это значит, на топливе работает. Они уже дороже идут, 169, они помощнее. На топливе, на бензине или на керосине, не знаю. Вон, видите, 269, 399, разное качество. А наша просто электрическая, 74. Вот Данилка, видите, измеряет. Купить, если только за $36. Или купить новую за 74. If you're gonna be work, change this or buy new one. Читает, чтобы не ошибиться. Нам же надо пальмы-то подрезать. Данилка все тщательно измеряет, чтобы не ошибиться. Естественно, как вы думали, деньги-то, чтобы не зря на ветер выбросить. Думает, или купить цепь, или купить новую пилу. Нам только на один раз пальму подрезать. Беда мне с ним. Вот они цепи отдельно. И намного дешевле. $24. Yeah, it doesn't say for Remington. It says for these types. It doesn't say for this type, okay? Or different type? Might be, I don't know. Oh, we can ask. Говорит, не для нашей пилы они подходят. Я говорю, пойдем и спросим. Это все-таки дешевле. $18. Данилка все там присматривает, прикидывает, что лучше и как лучше. Ну, вот большая, конечно, настоящая пила, да. It's electrical? От электричества $400. Ну, большая такая уже настоящая пила. Не игрушечная. Ну, нам зачем? Пытаюсь его уговорить поменять только цепь, но не знаю, как он решит. Короче, отправила я Данилку пригласить кого-нибудь. Это пресс-вошеры, вот пока он специалиста ищет, чтобы подсказали ему, подойдет ли цепь. Вот видите, пресс-вошеры тоже вот $500, 400, все зависит от мощности. $300. У нас есть маленький, тоже был большой, но уже не работает. Маленький, по-моему, у нас такой $89. Легкий и flexible вокруг дома. Этот уже уйти $200. Этот прям какой-то большой, $300. Ну, мощность, видимо, больше. Данилка купил вот новый этот поливатель воды.
Они недорогие, но... How much, you remember? $12, говорит. И хватает только на год, конечно. Конечно, он не знает. Тоже, небось, наугад. Ну, по крайней мере, пытаемся. Ну, конечно, у нас старая уже пила и ничего не подходит, сказали. Ну, Данилка с большим удовольствием и с радостью решил. It's gonna be easy, robot, здесь, yeah? To work. Easy for you to do in work. This one will be the better one to work with. This one will get us by, but it will take long. Mm-hmm. It's not big different, you know. This is $74. This is $50. Yeah, I see, but it's not kind of huge. I'm just saying, which... How do you want to do it? Спрашивают меня, чтоб я решила. $74. На $74 решили мы. $20 разница, ну, ему ж тоже полегче будет работать. Довольный. А, ищем мы состав тут на пальмы брызгать. Но я что-то не верю, что здесь ничего опасного не будут продавать, чтобы могло насмерть убить побеги. Да, для травы, говорит, конечно, да. Да, я согласна. Чего только нет, вон, Roundup, конечно, есть. Советовали мне. Weed Class Killer, но я уверена, что ничего действительно ядовитого и опасного. Ничего-то, все бесполезно. Do you have like that, you say? No, Roundup? This is just regular weed control. This isn't going to kill anything like you want to kill. Don't going to kill? No. Daniel уверен 100%, что это не поможет. Now, here you go. Stump remover. Okay. That's about as close as you could get for destroying that stuff. You want to try? Destroy stumps. Maybe they put a coal and inside stumps and советую ему дырку проделать и туда наливать. They say you cut the top off the tree and sprinkle it on the top of it. Okay, we're gonna try. Daniel не верит, хохочет. Естественно, я уверена, что не будут продавать ничего такого смертельно ядовитого. Okay. Все это так. Реклама и выкачивание денег. Данил. Значит, Данилка похохотал и обратно ставит. Я говорю, если ты уверен, что не поможет, так поставь обратно. А вот we're gonna use for killing. Chainsaw. And after chainsaw. After we cut it down below the dirt, we'll put tar on top of it and then cover it with dirt. Хочет it's он... still gonna grow. Little pieces are gonna да. grow up, but then we'll можно mow more. Да, можно косить потом, как траву. Сделан на уровне земли. No, you need this for... Your roach you've been crying about? You didn't have? No, no more now, it's all gone. Mm. Иногда нам надо брызгать. Галактики это, конечно, надо. Большие такие, называют здесь рочес. Атакуют. Подставки вон, видите, для цветов. Вот проходим мы орудия труда. Разные лопаты. И как их еще? Да, для огреба. Вот видите, инструмент Данилка смотрит, примеряет с такой ехидной улыбочкой. О, Даниил, вот и си. Вот это мы смотрели для еды в Сочи. Yeah. We need this for food for Sochi. For $10 we don't. Для $10 не хочет. Ты посмотри-ка. Вы чипа. Listen, I need it. This is not what we. This is digging. Чё ты, Ленька, сэкономить решил? What's this for? Remove irritating things out of your way. Убрать, говорит, то, что тебя раздражает. Дурачок. Шутник все. А, видите? Инструмент какой примеряет. Are you gonna work in backyard when you get upset, okay? Подшучивает. Daniel, check it out. Ну вот здесь такие тоже для показа шкафчики кухонные оформления. Don't show price, но all set.
Здесь, видимо, показывают вот частично how much this, yeah? Mm-hmm. Сколько вот... $3.99, $2.99. Вот, only this. For the tile, yeah. Only put it here? No, all around. Ага, говорит, если выложить вот такой плиткой, то будет $400 все вокруг вот этих кабинетиков. Тут 2000. Open up, show me. 2700. Look like ours. Как наш. Только не на nice. Нет. Look like ours, ага. No. No? What different? Small. Oh, small? Mm-hmm. Этот даже меньше, чем наш холодильник. I like this. Mm-hmm. Pretty. But don't show this. And you see? Yeah. Oh, все, видите, все, видимо, разбито по частям. Ну, судя по всем этим ценам, так, наверное, точно 5000 это уж наверняка, чтобы все эти шкафчики. Но они такие, видите, вот красиво оформленные. Ну, посмотрим. Don't like? Дэниелу не нравится вот такой стиль, видите, в белых тонах все. I want this in green. You like this green? Yeah, like this, but like in green, like our floor. Да, как у нас пол он хочет. Yeah, but зеленый. I don't like these styles, they look dirty. Why dirty? They look dirty. No. Yes, they do. Холодильник, вот видите, вставлен тоже. Цены, конечно, не определишь. Ну вот, пожалуйста, этот, наверное, будет чуть подешевле. Если все в кучу собрать, like все равно 5000, наверное, будет. Like this, ему нравится. Like вот такое ему нравится. What you like about? Tap? I like the color. No, the color is shit. I like the canvas, this color. А, черри. Yeah. Ему нравится вот когда-то цвет вот этот темный. But I want a green marble, not this crap. А здесь он хочет, чтобы зеленый был. Понятно. Ну, короче, можно... You can pick up here an order. Uh-huh. And they come and do it for you. Uh-huh. Если вот выберешь какую-то модель, все надо будет выбрать. Вот это что-то, по-моему, не очень будет дорого. Кабинетики. Надоедает одно и то же, а так, конечно, красивенько. У нас уж слишком простенько все. 20,000? Easy. Говорит, легко 20,000 уйдет. Redoing it. You think? Nice. Easy. Easy, говорит, легко. Easy. Легко, говорит, 20,000, говорит, это все станет. То, что, говорит, написано, это, говорит, фигня. Переделать это все. You're gonna have to do the cabinets. You're going to do new tops, you're going to put new sink in, you're probably looking at $15,000, easy. 15,000. Вот видите, какие интересные разные варианты кухонных. Ну, предусмотрено для... Да, модельное все. Ну, предусмотрено для строительства здесь, во Флориде, какие дома модельные. Вот тут большая кухня. Угу. Ту? Керамик. Здесь керамик. I know, we used to rush like that. Керамические. Итак, смотрим. Еще раз вам показываем. Ну, раз Дэниел говорит, это будет слишком дорого. You like it? I don't like the green. Мне нравится ему поверхность. Это one set, вот white one, one set. That there? Yeah. Да нет, по-моему, два. Там раковина, тут раковина. Нет, наверное, можно частями. Слишком большая. Вообще, может, на одной кухне делают. Вот если один большой такой стол. This can be one kitchen, ага. Вот несколько этих. Представляю.
набить все посудой грязной, сколько было. See how scratched up it is already? Уже где-то покорябанное. Лучше железное, вот это темное. Здесь nice. What make from? It's the rubber stuff. It's like a rubber. Peel on, yeah. Вот это, конечно, да, хорошее такое покрытие. Не гладкое. А? Вот you said? А? Не нравится ему. You like everything else, but not top. Цвет ему нравится, декорации нравятся, но поверхность ему не нравится. А, вот так. Ну. It's good. А, quality you don't like. Качество. Marble. Okay. Понятно. Ну, Дэниел уже прибежали к нам. Он говорит, я мечтаю, чтобы было поменять кухню. И думаю, что будет дешево. Ну, мы спросили его у товарища, сколько будет стоить. Он говорит, да, 15 тысяч это будет легко. Вот это интересно такое, конечно. Видите? Такие приятненькие. Ну, столько много. Не. И все ведь будет заполнено, если красиво. Зацепились за нас, конечно. Сейчас бумажки ему дадут. Любят же. И замерить, что вот дают бумажку вообще-то. Стараются, конечно, сагитировать. А, вот еще тут уже не буду проходить. Тоже, видите, белые, темные, кухонные. Много вариантов. Ну, интересно посмотреть всегда, как можно изменить свою кухню, я считаю. Очень интересно. Мужичок зацепился за Данилку. Ну, пусть Данилка пообщается. Ему это тоже полезно. Вот интересно, конечно, с окошечком. Мне нравится. А здесь тоже, видите, вот темный цвет. Два холодильника можно, если большие семьи. Микроволновка и печка. Красивенько. Что тут у нас? Микроволновки, видите, тоже разные цены. 300, 200 подвесные. А плиты? Плиты тоже разные. Вот это сколько? 800. А это 600. Даже все равно газовые еще есть. Я не знаю, у кого здесь газ. Вообще дорогие. 1000. Это 500 газовых плит. Не, вот это дорогая. Еще-то, видимо, покрытие 1700 почти. 1800. А тут уже стиральные пошли. О, вот это белое. Светлая вот почему-то тона, конечно, приятнее. Светлые такие тона. Сразу так уютненько. И шкафов немного. Зачем их много? Все будет забито тем, чем не будешь успевать пользоваться. Чем больше шкафов, тем больше будешь всякого покупать. Вот. Вот это хорошая идея. Плита. И печка снизу. И как-то так. Интересно. Просто чисто вид. 1200. А это у нас что? Там тоже какая-то выпекалка. Почти 1000. Вот это вот аккуратненько, уютненько. Посудомоечная. Мы не пользуемся. У нас она есть, но. И шкафчиков немного. И у нас, видите, нет этого окна. Ну, примерно так вот. Я бы хотела вот именно вот такую. Хотя мне и моя устраивает. Так, это что у нас? Это у нас посудомоечные. 500, 400 примерно цены. Все зависит от имени, от компании. 279, 249, это, наверное, самая дешевая моечная.
А это что у нас? Это сушка и стирка. 650. Вот видите, как заманивают сети. Уже Данилку-то моего приболтали. Ну пусть он, видите, он полы выкладывал. У него бизнес свой был. Поэтому он в качестве разбирается. Пусть пообщается, почувствует, что он не только уборщик. Это тоже полезно для него. Вот видите, здесь тоже разные плиты. Мраморные. Марбл называют здесь. Опять пойду правильно назову. А, Данилка все довольный. Данилка, он любит вообще поболтать, конечно. Даже смеется. Вот тут все образцы. Разные образцы. Мраморных покрытий, пластиковых. Все можно выбрать. Нет, это вот цвет вот этих шкафчиков. Я думала, вот они, видите? Можно выбрать какой цвет. Понятно. Здесь посветлее вверху. But this plastic, this not marble? No. Marble? This is marble. Marble? That's marble. Говорит, хочет вот такой, только зеленый, светло-зеленый. Or not marble, granite. А? Granite. Гранит. Гранит. Like that, Daniel? Too bright? That's just the edges. They're showing you samples of how the edge of the counter can look. This here, it can be like that, or like this, or like this, however you want it. Понятно. See, when you're redesigning this stuff, there's a lot more to think of just in the cabinets. Bedroom. Floor? Yeah. Instead of pick it up, show me. What make from? Ceramic tile. Керамический. Керамика. Вот это он такой, если у нас вот стало, он, конечно, уже... I think maybe put it down checkerboard, put one this way, then put one this way, then one this way, then one this way. Make it a deco. And how much? $1.17 a square foot. Вот говорит, 10 таких, примерно он посчитал, будет $20. 10 таких плиточек. Потому что $1.17 это, конечно, в измерениях мне не перевести, сколько квадратных метров. Oh, what you like здесь? Oh, I'd go with the cherry. Cherry? Делал все полы, таких еще не было, керамических покрытий. Поэтому у нас светлые вот в коридоре. Очень светлые. What is it? Too bright, huh? Yeah. I like it, yeah. So do I. Только стоило мне сказать, что пора нам красить, теперь он уже заманивает меня, чтобы я смотрела расцветку, какую стучит там. Вот надо выбрать для нашей комнаты, вернее, мастер-рум, где кухня, наша столовая. Я вот сумасшедшая по таким тонам, конечно. Я даже не знаю, конечно. Ну, вот не люблю я такие цвета. Слишком они, кажется, мне какие-то примитивные. Я помню, всегда у нас желтыми стены красили в детстве. Я помню, мы когда работали на стройках. Сейчас-то, конечно, есть разные. Или, может быть, перейти. Ну, мы без старт change like that. Color. What, like this? Like this? Да. Так вот. Вот эти цвета. Yeah, the top like this, the bottom like that. Yeah. I don't like, this is too light. Mm-hmm. This is too kind of annoying already. But this bright and at the same time different. You can take this? Take it, yes. Возьмем с собой, дома порепетируем. Or maybe... Take it. Put it back. Or maybe like that. You like? Yeah. This is good. Anything with that mop. Everything what? Вот мешает он там краску шумить.
смешивает. Машина у него, агрегат такой. Он тут же ее смешивает. Такую вот закажешь ему, он такую и сделает. Предлагают мне еще и такие цвета. Он знает, что я люблю сиреневые. Поэтому предлагают. You can take for my bathroom or room, but not for... Do you agree with these colors? This too dark, ага. You are right. Короче, yeah, Данилка на... Да, наберет сейчас примеров. И мы будем потихонечку красить. Нет, им это не нравится, нам слишком такие. Ну, такие два цвета можно, да. Okay. Даешь бумажку, он тебе замешает любую краску. Пошли, говорит, обратно в магазин. Жара, конечно, знойная. В магазине-то там кондиционеры. Ну вот за все за это $126 мы заплатили. Он говорит, сексуальный трак у него там. You didn't ask me how many times I looked for a silver truck when I come out of a place so far.